Доброго ранку, друзі. Сьогодні на площі Маяковського відбудеться урочисте оголошення переможців конкурсу соціальних ініціатив «Ми – це місто». Про завершення конкурсу сьогодні поговоримо з нашою гостею в студії Ярисат Магомедалієва, директорка громадської організації «Запоріжжя платформа спільних дій». Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, для кого ранок? Власне, для тих, хто ще з учора не лягав, мабуть, ще вчорашній день триває. Ярисат, ти знаєш, що ось сьогодні той самий довгоочікуваний момент, якого і ви, уся комісія у складі неймовірної кількості людей, які зробили дуже велику роботу. Сьогоднішній день і сьогоднішній вечір усі дуже чекають, тому що сьогодні тріумф і фінал конкурсу «Ми – це місто» 2019 року. Я боюсь спитати, скільки цього року виявилося переможців. Ну, наверное, я чуть потяну интригу с количеством сейчас. Я бы сказала, что это не финал на самом деле. Да, для определенного количества организаций, конечно, это небольшой перерыв, как я говорю, до старта сезона 2020 года. Мы это город, надо возвращаться, пробовать, не расстраиваться, не отчаиваться. А для 100 организаций это не финал, это начало нашего совместного, плодотворного, творческого процесса, когда мы будем осуществлять эти идеи все в жизни. Вот 100 организаций. Страшне, Боже, 100 организаций. Я, честно, вам дуже співчуваю. Скільки загалом грошей отримують ці 100 організацій? Скільки цього року конкурс витратив коштів? Я знаю, що кожного року ви збільшуєте цей фонд і знаходите якісь там ще резервні варіанти збільшити його. Ну, все секреты раскрывать я не буду. Вообще утвержденный бюджет совокупный 4 предприятий города, это Запорожсталь, Запорожкокс, Запорожогнеупор и Запорожский литейно-механический завод, был на 2019 год 5 миллионов 750 тысяч гривен. Да, он увеличен, но на какую сумму, все узнают сегодня вечером в 6 часов на площади Маяковского. Приблизно к бюджету Венесуэлы, да? Ну, наверное, да, я думаю так. Но еще надо отметить, что помимо организационной составляющей, которая на себя взяла в этом году общественная организация наша, мы, наверное, тоже какую-то часть все-таки добавим, чтобы цифра была красивая и вот точно приближалась к бюджету Венесуэлы. Хотелось, чтобы вы больше рассказали про переможця народного проекта. В этом году это 23-я школа с хорошей, интересной, интерактивной площадкой. Надо отметить вообще подход этой организации, этой школы. Очень приятно работать с организациями, которые, вот я бы сказала, экологично подходят ко всему процессу. От начала подачи документов, оформления проектной заявки до онлайн-голосования. Когда организации проживают все этапы конкурса по-настоящему, честно, добросовестно, это всегда комфортно и приятно. Ну и поэтому сегодня мы наградим. И надо сказать, что мнение экспертов совпало с мнением жителей города, поэтому, забегая вперед, скажу, что 23-я школа получила не только звание народного проекта, но и это один из победителей в числе 100 организаций. Вже багато років поспіль триває цей проект, кожного року він збільшується, і кожного року є проект, які з року в рік отримують фінансування, отримують гранти на реалізацію своїх проектів, мабуть, що є і ті, які з року в рік пролітають. От, з огляду на це, що би могли, ви могли сказати, що є запорукою успіху і які основні помилки, яких пропускаються ті, хто не отримує фінансування? На що треба звернути увагу при підготовці? Знаєте, ну от я дуже багато об этом думаю на самом деле, тому що я от сьогодні такий день тревожно, ответственно важный для меня. Когда ты можешь разделиться со 100 организациями радость победы, и потом такой период недели-две, когда все 50 организаций, которые не победили, будут в любом случае мне звонить, писать, спрашивать, ну как же так, ну почему. Я могу единственное сказать, наверное, в утешение в этом году, проекты в общем написаны намного качественнее, чем предыдущие годы. Чтобы вы понимали, те проекты, которые не вошли в победители, они там на какие-то соты просто не дотягивают, но бюджет все-таки ограничен, поэтому больше проектов поднять мы не могли. То есть, как правило, это все-таки конкурс. Конкурсную составляющую никто никуда не девал. Есть, помимо ответственного подхода, есть еще какой-то момент, наверное, удачи. Ну, я не знаю, какой-то правильный вопрос эксперта задали, как-то правильно подали. Но это если говорить глобально. С точки зрения какого-то там, какой-то парадигмы успеха, то мне кажется, нужно просто изначально настроить себя на то, что нужно работать. Вот надо учиться и работать.
работать. Есть очень много хороших идей, которые не получают право на жизнь, потому что у организаторов, то есть у руководителей проектов какой-то заранее есть уровень недоверия. Наверное, это какая-то наша всеукраинская проблема, как мне кажется. Вот есть какое-то понимание, да какой смысл, кому это надо, это только нам надо. Мне хочется, чтобы вот мы верили в себя просто, и в себя верили, и в свои возможности, и верили в то, что это не, нужно не только нам, а нужно. Поэтому подходили к каждому процессу все-таки вот ответственно. Недостаточно желания очень большого победить. Все-таки это такой кропотливый труд. Но из 420 проектов попасть даже в сотку, ну, все-таки это серьезно. Поэтому я думаю, что нужно с первого дня понимать, что ты в большой конкуренции, и нужно не просто любить свой проект, нужно хорошо проработать, ходить на все наши тренинги, консультироваться, и тогда... То що ж, я вас вітаю з тим, що бодай цей етап закінчився. Я вам говорю, що сьогодні саме ввечері ми дізнаємося, хто саме став цією соткою переможців. Ви будемо протягом цілого року чекати, коли реалізуються ці проекти. Ну, ми рухаємося далі. Сергій та Сніжана Бабкіни стали батьками, а співачку Олю Полякову екстрено госпіталізували. Більше про це далі у зіркових плітках.